Так, вот это у нас двор на улице Фучки, где наша мама была. Так. Ну, соседка там зайдет. Так. Тут всякие сарайные дела. Там огород. Вот отцовый прицеп. Так, это уже. Так, здесь. Вот эта двухэтажка совдеповская. Так. Вот. Все, надо пойдем. Вот здесь наша мама. И мы жили здесь много лет. Ну, подлезла и стены чаще. Сейчас, отойди, Миша. Дядя Вова зайдет. А что там Миша делает? Нет, компот. Компот делает? Эй, это твои? Проголодался Миша? Это Миша? Твои? Это твои? Угу. Марик, иди сюда. Ну-ка, положи туда. Это маме, да? Пирожком бабушкиным, да? Угу. Лена, пирожок Лена, очень вкусный, да? Спасибо. Сила! Сила! Давай, пойдем пойдем пьяться. Все, пойдем пьяться. С яблоками. С яблоками на стол не останется, у вас там все видите? Хватит. Они снимают. Может, возьмем с капустой. А их не снимают, здесь клет. А ты, Марик, где у тебя обувь? Зачем снял? Вот сейчас, что ли, здесь заехал, да? А куда заехал? Сейчас это рыбу надо вытаскивать. Нет, смотри, какая рыба. Что там за рыба? Ну это вот сапа. Волжская рыба, да? Да, это волжка. Сейчас подожди, если дальше вытащу. Это сарушка. Это голова судачок со стерляточкой. Серединочка. Сапа. Вот стерляточка. Королевская уха, это что? Да, давай. Сейчас еще вытащу. Так, это все. Вот она, стерляточка. Дима, сними. Смотри, какая головка. О, прелесть. В кастрюлю залезешь. Вот она, стерляточка, ты где? Вот судачок. Хвостик. Ты сам варил, да? Вкусно. Ну, тоже помнит папу Зину, да? Вот она, да? При нем не надо говорить. Говорить, на чем он помогает. Что говорить? Тем более покричишь, да вовсе уж. Как шоу выставляется. Хорошо критику воспринимают, да? А дети обычно не бывают. Как отцы. Если отец помогает, значит и... Ну, у нас Миша на кухне любит возиться, конечно. Это уж не от меня. Саша, что же у тебя любит? Все делает. Да, твой твой не сглазит. Ничего не делает. Не воспитываешь. Ну, толку никакого. А ты сама справляешься, поэтому. А я вот... Да нет, у Саши у самого настроения-то. Кто его просил от тортенки выпить? Да? Кто готовит? Так кто его просил мясо выпить? Он сам говорит. Может быть. Мам, ну, Вова, сейчас торжественное обещание по поводу исправления. Ну, да.
просил мясо. Меня он переделал, а я его нет. Но все равно очень удачно. Бесполезно. Тебе вкуснее? Я обычно... Просто ты сама справляешься. Вот я говорю, это вот зависит, это когда для на зину поставлю, тесто всегда вот это. Я очень добра. Давай, Сизей, давай здесь все поправим. Здрасте. Как-то вот на ее им поставлю. Вот и я, да? Да. Мы постели решили с Мариком завтра. Да, Марик? Там греть будем. Давай. Давай, слезай. Спасибо. На побитке стряпал, на 20, на 40, и всегда легче получилось. Да, здрасте. Пойду, на, держи. Потому что стряпать больше некому. Ну, не клади, не клади, не клади. А что, говоришь, Лена, где вы были сегодня? А? Где вы были сегодня? Мы на празднике были. Что за праздник? В ДК Хузанга. Да, а для кого там? Это, ну, такое... Там, в общем-то, нам давали, должны были дать пеналы 9 числа, а мы 9 числа не пришли. Потому что 8 сентября же у меня день рождения было, вот, и мы поэтому не пришли. И нам вот сейчас дали пеналы эти вот. И там еще... Что за пеналы? Для кого пеналы? Для нас, Миши, прислали. Откуда? Из Израиля. Да. Света ездила, вот прислала нам. И еще нам там, что, вот еще там нам рассказывали об этом, о этом Новом Годе. Потому что 9 числа, 9 сентября Новый Год же был у всех евреев. И нам об этом рассказывали. Давай. Да. Угу. А там много народу? Там только дети приходят или? Нет, там больше взрослых было, детей было всего лишь 4 человека. Я, Миша, Аня и еще один маленький мальчик. Да. Да. Вот так, что у нас там было. Я тоже хочу сходить, но никак не получается. А вон Марик лежит. А ты спать что собрался, Марик, да? Марик, спать собрался? В прятки только. В прятки только играй, да, собрался? Прятки нравятся. Ну давай прятки. Да, ну я думаю... А когда теперь у вас эта встреча будет? Не знаю. Там говорили, что вот в лагерь вот нужно будет поехать. А взрослых поехать. Много приходит, да? А? Ну, там взрослые были. Там больше этих бабушек, дедушек всяких было. Там бабушки, дедушки? Угу. Бабушки, дедушки там были. А такого моего возраста? Никого не было. В смысле, они не знают или не приходят, или их не приглашают? А? Ну, не знаю, там все какие-то бабушки, дедушки. А вы вдвоем просто были и все, да? Мы с Мишей туда вдвоем ездили, обратно вдвоем ехали. Без мамы, без папы туда ездили. И пеналы очень красивые такие вот. Не здесь вот, да? Покажешь? Угу. Сейчас. Марик, пойдем, я твоим папе, пойдем тебе пенал покажу красивый. Пойдем. Ага, сейчас. Ворованный, что ли? Да. Ну зачем ворованный? Может быть, ему зарплату яйца не выдались? Что вы смеетесь? У нас целый год ходила женщина по школе. Предлагала спать. Ей с богами выдали. А ты почему сам вот тут грязно? Резиновый. Пойдем, иди с вами. Это ты, да? Пылесосы. Нет, это были кожные спаги. Еще у нас пылесосы. Кстати, это были югославские спаги. А еще у нас учительница, значит, или я перебила. У одной учительницы, у Светланы Шамилевны, и свекровь, и свекор работают на энергозапчасти, и им пылесосами выдавали зарплату. И как раз это был такой момент, когда ловили вот кто без лицензии, без разрешения, пошел этот ее дедушка, ну, свекор ее, пылесос продавать, а тут облава, и он и пылесос бросил, и бегом побежал. Кошмар, в общем, до чего довели народ. Он пошел, 30 тысяч они продавали эти пылесосы, она в школу приносила, паспорт показывала, что, мол, девочки, возьмите. Ой, это вообще было. А вот тут яйца тоже, это 1000 рублей машин. Вот так. Он, значит, это 90 штук, 6 тысяч. Вон муж. Ну, 3000 экономия. Нет, это уже... Ну, это, наверное, зарплата. Ну, да, у тебя есть там нож какой-нибудь, Миш. Вот это такой. А нам бы учениками, а вам бы младенцами выдавали. Это Маша. Город зажали сейчас во всем. Везде сокращения. КТУ не дают. Везде, потому... А все из-за чего? Вот эти вот все... Эти парады, да, праздники. За счет чего делают? Саш, ну я праздником все равно довольна. Что вы не ходили на салют?
А вы пошли, да? Да, ты чего? Вот так интересно. Вы там обратно пешком можете ничего. А мы что-то это. Я не смог проехать туда. На машине. А мы и в субботу ходили, и в воскресенье вечером. Мы в воскресенье целый день ходили тоже. Вечером. А в субботу мы за грибами летели. На выставку я сказала. Что, показывали по пятому каналу, да? Говорят, я не видела. Говорят, что и по пятому, и даже из-за журналистки стал настоящий. Вот чего надо было есть. Она себя вот нашла. А вот. Кипит. Кипит. Вот. Так. Проверь, Саша, ты сейчас. А тут нет больше пять шашков? Нет. Вот он. Еще Володя, смотрите. Ну, еще один. Си, хватит. Вот эту книжечку. И книжечку. И там в пенале вон что. Единственное, что там цельная. Закладка и карандаш. Закладка? Тетя Люда. Закладка и карандаш. Тетя Люда. И карандаш. Можно Маритку снять штанишки и жертвы? Ну вот так вот картинка. И рубашку. Рубашку зачем? Что тут такое у нас? Рубашка с рукавом у него, поэтому. Сейчас учить. Вот, только это. А ну тут все ведущие израильские города. Иерусалим. Они уместили. Ну, такой маленький страны. Тель-Авив. В этом месте я был. Здесь я тоже был. Хайфе. Вот это я вспомню залив. А это Эйлат не был. Ну, можно я рубашку? Вот, а еще пенальчик, смотрите. А видели уже, видели. Еще вон какая книжка. А это тоже подарок, да, Миша? Да, это тоже подарок. Ой, еврейцы вы, еврейцы. Да, я. Да. Алло. Для фломастера. Только можно в школу. Школу ты развалишь очень быстро. А это у меня все будет. Линейка, и ластик, и карандаш. Чего вы так писали? Мне кажется, что эта программа Джент могла бы лучшие финалы прислать. Если они нас агитируют, так надо агитировать как следует. Ну что, нормально? Это подарок. Хорошая фотография здесь. Да, я хочу. Ну, это зачем делать? Да, это, наверное. Вот. Да, у них. Ой, это у нас идея фикс-то какая у них. Мам, всех в одно место собрать. О, мастер. А потом Америку забежать. Ника, мастер, пойдем. Ну, сейчас не болтайте, ерундой. А мы сейчас тебе можем на память остаться, да? Так. Ну, человек должен быть богаче, когда не цирует. Ай-яй-яй-яй-яй. Вова. Ай-яй-яй-яй. Пять часов вечера. Или не знаю. Давай бокс сыграть. Не знаю. Ты мне можешь из школы плакат отправить? Из моей 41-51. Попробуем. Но мне надо точно. Или заранее договорюсь. Потому что... Как у тебя новая школа? Ой, тьфу, тьфу, не сглазить. Нормально, да? Ага. Там база, видимо, лучше, чем ваша, что ли? Нет, такая же. Лучше. Откуда она может быть лучше? А коллектив? А коллектив? Ну, я проработала 3 недели, я не знаю, что за коллектив. Это во-первых. Во-вторых, что у меня коллектив может касаться? Я здесь, в своей школе, и там все с учениками. Я пока не знаю, что за коллектив. Лето у меня тут. Очень контактный, хороший человек. Ну, так, Марь. Я могу. Я отлично, ну, если такой получил, да?
Давай, ешь грушу. Буток жарко. Было сколько? Он варится, парится. Мари, груша вкусная? Мари, в рот сразу засунь. В рот засунь. Все. Теперь к маме пойдем. Ребята. Беги к маме. Мам, лопатку есть? Да, да. Лена, сейчас, подожди, сейчас. Поближе, так. О, нормально. Бабушка где? О. Бабушка, она сидит в дворе.